Ты моя половина, хапка витамина, ай-яй-яй, не пари. Это срыв башни Меркурий. Мусо страшно в натуре. Кричит каждый let's do it. Скажи нам, что ты куришь. Я просто люблю свое дело. Радею за это, как Нельсон Мандела. Мой кайф — это сцена. Музло в моих венах. Я миролюбивый, как Лена. Но когда накипел, я завожусь бум-бум. Когда битый час, лишь бас бум-бум. Когда иной раз стал бум. Эти пидорас лил грязь про то, что он true. Эй, суки, горите в аду. Пока я успешно кладу свой собственный хер на вашу игру. У хайпа на поводу. Видишь этих людей, мы пришли навязать на визду. Шоу-бизнес музея, обойти стороной старину. Я поверил в мечту, и она превратилась в судьбу. Моя жизнь — это сон наяву, хотя бы уже потому, что... Все кричат holy shit nigga. Он птица высокого полета, desert eagle. Рэпит так много фриков, и в воде они не тонут вон. Каждому мнится, что он рэпа тетраграмматон. Это камбэк, я здесь забрать все, что принадлежит мне. Это батьбэк для тех, кто видит смысл только бабле. День, когда я понял, кто я был, мой первый день на земле. Ра! Я на флексе, салон просторен, но мир тесен. Всех бесит мой хайп, хоть ты тресни. Вам бы кэш в кейсе и private jet до Нью-Джерси. Мне бы взять песни, я здесь, God bless me. Я столько раз пил мимо, теперь без туда попадаю. Я столько лет был мимом, поняв, слава бисер, до свиней. Слава бисер, до свиней. Всю свою жизнь искал людей, но понял, что без 100 рублей я не найду себе друзей. С высоты птичьего полета взглянул на жизнь и понял, мне не стать частью бомонда. Мне досталось все кровью и потом. Я из города на Т, но не Торонто. Да, я видел ваши топы, Кинни Ботом, Москва. Это не Готэм, и мы не Комптон, эй, эй. И домой рэп Франкенштейн, эй, эй. Но он живой, прикинь, дело в душе. Знаешь, почему ты у шаблона с клише в плену? Ты все еще не сошел с ума, а я уже. Это камбэк, я здесь забрать все, что принадлежит мне. Это батьбэк для тех, кто видит смысл только бабле. День, когда я понял, кто я был, мой первый день на земле. Эти мысли где-то в голове, все никак мне не дают покой. Все эти люди вслед кричали мне: ты не отсюда, ты не наш герой. И оказавшись глубоко на дне, под тяжелой темною водой, я понял, нужно плыть на свет и быть всегда самим собой. Ты моя половина, хапка витамина, ай-яй-яй, не парируй, я хочу на мира мира. Ты моя половина, хапка витамина, ай-яй-яй, не парируй, я хочу на мира мира. Будь самым самым верным, ты медленно и нежно касаешься меня, и твое тело аномалия. Срывай давай одежду, мой кайф тебя удержит. Дерьмо, сообщение. Я хочу тебя выпить, эй, давай полетай со мной. В одинаковом ритме
техно, телом, телом делай. Хватит ведь у тех нам, нужен ритм техно, 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 в темноте, в темноте. Ты моя половина, хапка витамина, ай-яй-яй, не парируй, я хочу на мира, мира. Ты моя половина, хапка витамина, ай-яй-яй, не парируй, я хочу на мира, мира. Ты моя половина, хапка витамина, ай-яй-яй, не парируй, я хочу на мира, мира. Ты моя половина, хапка витамина, ай-яй-яй, не парируй, я хочу на мира, мира. Не знаю почему, но мне кажется, я сейчас разъебашу этого ВДВ. Сука, ты какой-то нестандартный.
погоды точка. Русский духом, но черный как кофе. Чтобы не угаснуть, я курю допинг. Если ты играл, ты знаешь, так проще. Коли ты услышал, это значит, я в топе. Я из тех, кого сюда привел голод. Они говорили, тут не так уж и плохо. Но сколько б не имел, я всегда хотел больше. Они были на счетах, и мы их сняли со счетов. До того, как они нас писали со счетов. Я не помню, когда я понял первый кусок. Налетающий, залетающий в ног. То и дело уходили от проблем. Выживали, заливали Бакарди. За кем-то остался лишь портрет. Музыка и светлая память. Они кричали, нигер, брось рэп. Это был 9-й год, шел снег. Теперь мой рэп отправит их на тот свет. С нуля и до вершины клубу кор всем. Мои проблемы, мои проблемы. Именно они делали сильней. Мечтами о сцене, мечтами о сцене. РФ летело как один день. Даже у стен есть уши. Именно они мои первые фэны. Все, что я хочу, стать лучшим. Раз я упустил вариант быть первым. Что они скажут теперь? Я уже не услышу. Я оставил 6 лет. Позади себя теперь я их выше. Я гонюсь за успехом. А вслед за успехом придут деньги. Но дело не в деньгах. Нихуя себе, какая встреча, блять. Друган, почему ты мне... Ну да. Получилось плохо, блядь. Твоих белых не делает мне. Как дома, так та лишь, когда я в рэпе. Если ты не сничь, поздравляю с этим. Сливает обычный тот, кто все ближе. Взрываю в России шум за Парижем. Долбанный фильм, режиссер из ниоткуда. Крис Макари, мои новые Найки сияют. Хочешь меня достать, испачкать? На русском я подпеваю ваш рэп. Разом сомневаешься, попробуй эту дрянь так ставить. Там, где ты кретин, там я критик. Твой негр против, твой негр нытик. В 2К9 свои сопли вытер. Теперь ты тоже слышал мое имя. Мои корни в Конго, но рожденный в Волоу. Реальный воин, идущий соло. Чтобы забрать твою жизнь, мне не нужен спол. Передай контроль, поимел шоу-бис. Играю хип-хоп, как Марко Поло. Я гонюсь за успехом. А вслед за успехом придут деньги. Но дело не в деньгах. Я просто хочу начать жить и не выживать. Я просто хочу начать жить и не выживать. Я просто хочу начать жить. Я гонюсь за успехом. А вслед за успехом придут деньги. Но дело не в деньгах. Ну-ну-ну. Я просто хочу начать жить и не выживать. Да, лол. Да, короче, не идет нихуя. Доброй ночи, Шуршу. Здравствуй. Блять, ну я хуй его знаю, ну почему такой, сука, олень, блять? Пиздец, блять, стоит, дрочит, нахуй. Блять, еще кликаю, я раньше вообще не заходил, не кликал ни на кого, просто заходил и пиздец. Блять, помаячил, ну, блять. Води меня, жизнь не разбирай. Дай мне жить, а мой родной край. Не надо панораев, просто музыка играет. Просто чувства злые улетают. А ты ли рай, сам Бог решай. А третий шаг мой, не шатай. Не на Майами пока, не на Майами. Я любуюсь дома облаками. Матушка Русь, уеду, вернусь, зайду. Так, что мы можем сделать? Мы можем забить на всю хуй и дрочить дальше крипов.
да, знаешь, значит, это дрот, я сидел, подумал. Думаю, да ладно, все равно буду играть, может, кому-то будет интересно. Такое, короче. Вот, это нормально, все лайны вроде справляются. Я могу спокойно поформировать. Я желаю вам меньше сроков, меньше боли, а меньше кайфа, меньше алкоголя, а мусоров добрых, но это так в шутку. Сам был, сам знаю эту мульку, и здоровье вам дам по привраткам бегать, а может и не мое это тело, но желаю добра и меньше дел, чтобы грели там, если брать их сел. Да чтобы помнили нас, мы же тоже люди, обещаем. Правда, больше так не будем. Не на Майами, пока не на Майами. Я любуюсь дома облаками. Матушка Русь, уеду, вернусь. Зайду обняться, если соберу. Не на Майами, пока не на Майами. Я любуюсь дома облаками. Матушка Русь, уеду, вернусь. Зайду обняться, если соберу. Да ёбаный в рот, чё такое, я не пойму, просто что-то не фартит. Не, это плохая идея. Базарю плохая. Не, нахуй. Постоянно какой-то мелочи не хватает. Буквально писечки. О, блядь. Да, вот это я лоханулся, конечно. Хотя... Блядь, нихуя не видно, не крутись, лол. Потери кадров, сейчас посмотрим. Нет, потери кадров ноль. Поставь, блять, или что там, как там сейчас на Твиче настройках, я хуй его знает. Поставь автоматический выбор качества и все, и надо будет подбирать в соответствии с твоим интернетом. Блять, пришел загонкировать, короче, Челси ебался. Пиздец. Сука. Сука, сука. Ладно, похуй, планы немножко изменились, короче. Я иду драться со своим этим отражением. Так. Блять. Ну ты пидор, блять. Просто зарубил пацана. И нет, не я зарубил, лол. Елена, я не понимаю, тебе плохо что ли или чего?
по каким стримам я шуршу и схуяли я насосник. Короче, хорошо. А, я понял, да. Ну, я сразу таки подумал, но ответил тебе так, знаешь, типа полугрубо, блять. Ну, типа на всякий случай, может, ты мне сказала. Мечу пизда, скриньте. И вообще придут и отымеют. Ну да. Да хуй, а как-то ребята вообще, короче, нет. Да, он уже шестой строкой, ему вообще похуй. Так. Хорош вообще. Просто лол. Понял, двигается под синим флагом, да? Нормально. Короче, какое-то говно творится на этом лайне, блядь. Я постоянно не угадываю, когда приходить. Вот мой кореш, короче, вычислил по IP DVD, который получил, блядь. Так, я хуй, наверное, их там трое, блядь, ну. Не. Короче, я сомневаюсь, иди вперед. Иди вперед. А ну, да заходи, я там всех разъебу, базарю, тысячу раз так делал. Вот, блядь, бах. Все, чё, изи катка. Блять, играю, вот играю в последнее время, думаю, что за хуйня, и я вот сейчас начал чувствовать, что это за хуйня, походу, приходит пиздец моей мышки, в прошлом супер модной. Толкай, блять, ой-ой-ой, блять. Я ебал этого баюна, короче, не зови меня. Сука, везде вообще не чувствую, за, короче, такой четкий щелчок, как раньше. И нет, друг, я тебе покажу сейчас, как это делается, вот так. Salute всем, нигеры. Во, 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 во.
Скажешь, игра не стоит свеч, но в этот вечер твоя башка слетела с плеч, услышав этот речо. Твоя башка летела в печи, превращалась в кетчуп. Мы можем подлечить, но также можем покалечить. Передаю вам пламенный, воздушно-капельным. Почистил аппарат, пока лега вычистил табельный. Передаю вам пламенный, почки из-под парламента. Парламентарий района каменного ману. В этом колпаке афганка, наш поезд едет к вам. В купе или плацкарт, нам тот самый андеграунд. Нанесли на карту точки, значит точно будем там. В общем, если у вас на карте нет ни одного борда за всю игру, значит подошва играет на леснике. Может быть, я с вейвратовой полости, либо пиздатым угощением мы едем в гости. Да брось ты нам ставить палки в колеса. Идите вы нахуй, сука. Блять, мочи говно. Наш рэпчик старше, ценности стали дороже. Что для тебя важнее дружбы, здесь невесомости. Мы в вашем городе дымом и стоте. С программой от Димы в моем присутствии, ёпти. Честь по чести, снова чешем против шерсти. Честь по чести, на улице или в подъезде. Честь по чести. Эй, урод, блядь. Да какие-то сетки ебаные в рот, блядь. Ой. Опасно, сучка. Вон он был в КД, или я проебал просто. Самое большое впечатление – это служить важность. Короче, поиграл на фулл проворном десанте и понял, то, что это хуйня полная. В том плане, что от хила вообще ноль. Спрятав под грунтом голландского стечки, на мне искренне похуй, сколько потратим сердечек. Вроде там все в готе, вырисал дары на ауд, снова в труху. Мне важен сам процесс, с коллегами по цеху хуярит русский рэп. Мешать мне нехуй, нехуй мешать на правильных падежах. Мешать, выйти не если не жаль, крутить зажат. Наушники в ушах, иду на новый риск, с целью раздобыть деньжат. А так все потихо, как в палате у психов. Музыка мой билет, высшую лигу. Я сорву с тебя маску, долбанный нигер. Читай больше книг и поменьше хуйни. Правильного хаба. Бля, так не хочется прощаться, короче, с этим талом. Слишком много персонажей с отхилом жестким, блядь. Хочется им его резать. И вот опять вышла по пять, знакомый падик. Будь аккуратней, братик, если захочешь взять. На пони я бы сыграл с радостью. Нет, у меня талантов на нее. После пони понтыквы у меня, короче. Короче, влюбился я в этого персонажа, тоже захотелось, но сбил слишком говно. Ну да, конечно, Билантус. Я плюс катан сделал ВДВ. Пускай он будет не с новыми талантами, там, супермодными сетами. Но билд вполне играбелен, и скоты тоже нормальные. Здесь стало слишком много придурка. Здесь стало слишком много окурка. Под балконом, баллоном напишу. Нет, ты меня не понял, Шуршу. Я попробовал нового. Нового ВДВ. Блять, что я несу? Я, короче, читал системные объявления, что-то запутался в мыслях.
Короче, попробовал проворного десанта в фул проворку, мне не хватало отхила. Я понял то, что нужно делать его проворным, но добавить силы. Потому что почему-то мне казалось то, что отхил его зависит от проворки. Да, мне кажется, я и до подпола дойду, лишь бы позволяло умение и... Ну, главное, чтобы я чувствовал этого персонажа. А вообще, я не люблю на таких персонажах, как ВДВ и прочее говно, играть вот просто в чистом виде. В планах апать его там с каким-нибудь кентавром разумным или с разумным ангелом. Типы, с которыми я играю в пати, у них есть такие персонажи, одетые... приблизительно от того же рейтинга. Вот я думаю с ними апаться. Здорово, он летит. Дай угадаю, твой ник, блять, сейчас забыл. Где? Вот ты, да, Бойко. Алло, братуха, встречай, я почти подъехал. Мартини, сигареты и еще кайфов под эхе. Вот так вот. Старая ульта, потому что она, мне кажется, какой-то покруче, чем новая. Там типа есть сейв, есть типа буст ХП и есть массовый урон. А это хуйня новая, ну такое, не знаю, тоже пиздато, ну что-то, блять, не знаю. А еще одна причина, по которой я со старой ультой, потому что я типа собрал проворного ВДВ. Новые ульты, они в большинстве своем крутые, да, они почти каждый дают контроль и дэмэдж, причем огромный дэмэдж. Но они какие-то не лейтовые, что ли. Они вот больше для начальной стадии, там, до 10 минуты. Не знаю, пока что меня так все устраивает. Поиграю, посмотрим. Ебаный в рот, блять. Какого члена меня кидают на полковников? Хуй знает, пацаны. Отменяйте мне похуй, мне вообще нечего брать. Утро доброе, Влад. Да это пусть и полканы по-любому они сейчас отменят. Может и не отменят. Что они там перебирают, блядь, показывают, сколько у них персонажей классных есть. А этот залупа взял, взял, блядь. Мейном не хотел играть своей амазонкой 200 соло рендом. Ну да, у преда крутая ульта. Но я бы не сказал, что прям лучше старой. Все очень ситуативно. Опять же, под того же ВДВ лучше в пати идти с воеводой, у которого ульта. Да, бля, заебали.
Вот самое опасное, что может попасться в рандоме, короче, когда ты идешь на полковниках или на генералах, это то, что тебе может какая-то, блядь, амазонка, майорская или капитанская, попасться. Пиздец. Амазонка вроде до более простой персонаж, там, ну, казалось бы, да, просто фарми автоатач, но на самом деле очень трудно на ней играть. Нужно очень хорошо чувствовать этого перса, уметь правильно позиционироваться в замесах, знать, когда с одним хп атаковать и знать, когда с фулл хп убегать. Непростой перс. Беспредел, давай, как пусси, отменяй. Блять. Нахуй оно мне надо потеть, сука, на громе, блять, на полковниках. Дайте мне на лейтенантах пойти, без тамбура. Суки. Ну да, ну вот по идее соседний тамбур подкинуло, против нас там полковники эти прошлые, а у нас все кэпы. А, ну, ну и Настя шипила на теньке, блядь. И меч, блядь. Ай, сука. Просто вот смотрю на все это, на хилку, на докту, на тень, на меча, да в том числе и на угрома. И просто вот от этого пика, ну, тянет победой, знаете, прям. Блядь. Да ну да, ладно уже, нужно этот тамбур закончить. Сейчас посмотрим, кто там против нас. Если нас таким говном будет бросать против каких-то задротов, нахуй мне эти капитаны нужны. Не то чтобы мне был важен рейд. Просто хочется как-то поиграть, короче, а не заходить в катку и получать по лицу. Настя шипила, короче, шакнула просто идти своим этим, блядь, подполковничьим егерем. Интересно, Бугагай не пшакнет или пшакнет? В этом я тоже закончился, блядь. О, а, нормально. Я думал, короче, это синий меч лейтенантский, вот он не зассал бы. Сесть, ты попытайся слезть, не в руках сжимая крестик, наблюдая из окна, накинул этим МС. Курнуть нормального дерьма. Нормально. Теперь смеюсь, как ненормальный, нормально. Из десяти. В общем, я не знаю, если эти пацаны из клана, ну, беспределы, Канели, если они согласятся со мной идти, то это очень отчаянные и уверенные в своем скилле ребята. Потому что им придется, ну, если не за двоих потеть, то за полтора игрока точно. Хуй с ним. Пускай я, типа, блядь, половинку заполню. Да не могу я выбраться, блядь, понимаешь? Не хочу это менять. Ну, как, типа, тамбуру не хочу отменять, а из поиска я не могу выбраться. Меня перекидывает, с Настей шипила, блядь, на своем мейне 2000. Она, наверное, только ночью выходит в рандом. Да ебан... О!
Бля, меня постоянно пугает этот меч. Ёбаный. Ребята, сколько у вас полковников? Ничего себе. Перов Виталий сидит такой же, наверное, охуевший, как и я. Блять. У него тоже, наверное, один капитан максимальный, которого он не может поменять. И он такой, да. Он такой. А эти два типа сидят и думают, блять, что лучше? Чел с одним громом капитаном, максимальным рейтом из клана крипов. Или чел на криво, у которого тоже нечего взять на подполах, полканах из клана корм. Да и выкупаю, да, то, что на меча пикает. Типа как заба. Вот, вот, вот. Сейчас мы уйдем. А, во, нормально, короче, капитаны. Все, появился пол героев, выборы, все такое. Ну, менять, конечно.
Мне нравится название клана у этого, у Санта-Клауда. Эта песня про меня, а только я не рок-стар, а типа рак-стар. Ну, короче, типа ставлю раком этот, сука, ёбаный. Чё за, блядь? Какой ты же, блядь, какой нахуй лайн? Утро доброе, Кремлебот. Здорово. О, красавчик вообще. Я вообще без шуток, типа, уважаю пацанов с завода. У меня, блядь, есть друзья, которые там ебашат. Они такие нормальные, простые пацаны. Такие чуть быдловатые, конечно, но охуенные. И они вечно охуительные истории травят. Как они ебашили, блядь. Я тебя хуй знает, может, ты какую-то должность занимаешь, руководителя. Золотые минуса. Да просто беги, не дерись с ними, брат. Короче, я ебал туда в рот даже смотреть. Ладно, посмотрю чуть-чуть. А там уже братва ждет. Кто такой Люцифер? А, это этот, который, типа, хуй пойми какой ник, что ли? Ну, блядь, ну будет ебошить, так будет. Что ж поделать, я не буду ебошить, я буду так, ну, и, ну, стараться буду, но ебошить, ну, вы же меня знаете. Ты урод, ебаный, вы пизды тебе дать, что ли, Вова? Короче, этот клык охуевший, блядь, прийти ему наклепать рыло, что ли? Блядь. Он охуел в натуре, блядь. Крио, блядь, что ты стоишь, фуловая, блядь? Давай ему пизды дадим. Вот, все, короче, друган приплыл, походу, не? Да сука. Блять, пидорас ебаный. Оп. И гатим до талого. Тычка. Оп. И вот этого вот, блядь. Подруганю эту, блядь. Все, короче, подзатыльников надавали. Можно формировать. Такие охуевшие вообще. Играют на говне, блядь. Своими крысоловами, блядь, клыками. И лезут в чужой лес. Ой, я помню, короче, так глотал от этого персонажа. У меня теплые, короче, воспоминания. Да какой вард, ты шо ёбнулся, блядь? Если тебе нужен вард, пойди и возьми себе. Пиздец, видит, что я в лесу, говорит, вард. Ай, тут, конечно, юмористы со мной попались. Все, короче, братан. GQ. 3.15, 10.20. Нагибаем дебила.
Ходи его, сука. Блять, этот клык, короче, меня заебывать уже начинает. Он постоянно доебывается к моему братухе. Пиздец, этот долбоеб пришел. Уяри его, блядь. Он, наверное, залагал, значит, мы точно забьем. Аращу. И сейчас еще раз, ребята, прыгну. Оп, это тоже залагал, это вот уже ебаш. Оп. Ай-яй-яй. Здорово, Саня. Кремль, ты, короче, истину просто ебашишь. Силовой кент равняется дому бараш. Что, кого мы отметелим? Я иду на тебя, сучка. Блядь, ну ты зачем ты, сука, блядь? О боже, блядь. О, я засек крыса, выезжаю. Но там, походу, и клык. Я возвращаюсь. Блядь, зачем просто криво... Блядь, короче, ладно, не буду комментировать. В общем, он спас кента, грубо говоря. Так, вот мне нравятся эти парни, клыки, крыс, потому что с ними экшен вообще прям ебанутый. Здорово, здорово тебе тоже. Sorry, guys, у меня крипы. Надо, короче, подойти, опять набить шуфлядку этим пацанам. Потому что они охуели. Аккуратненько подходим. Мне кажется, нас заметили. Вот они еще пойдут на маску по-любому. И я буду здесь сражаться с ними. Ожидаем просто тут. Ладно, чуть-чуть не прочитал я их. Или прочитал. А ну, дружбан, давай-давай, погнал. Ну. Да, блядь, ультую, я тебя прошу. Оп. Чик. Тычечка. Блядь. Ну, добей. Да. О, боже, блядь. Ладно, хорошо, я не буду на него оскорбляться. Просто вы скажите то, что он, блядь, пусси хуйло. Ну согласитесь же, там можно было, блин, кануться и чисто с этими, ну и убить его своими железными яйцами. Ну потому что только мужик с железными яйцами будет, блин, каться под тавер и добивать. И как там, стальные, говорится. Очень неважно, вы поняли. Заебал эта хуйня, да, на тебя прыгну. Так, тут вечериночка назревает. Я, короче, никак не могу вписаться в тусу. Блять, может проявить свои железные яйца? А ну. Оп. Ладно, согласен, не самая хорошая идея была. Пиздец. ВДВ просто красавчик, блядь. Ну, Крио, блядь, ну чё ты? Братку ульт, да хуй его знает, я не знаю, типа, блядь.
Можно как-то поагрессивнее играть, мне кажется. Он бы не дал во братку ульт, это 100%, подожди. Во-первых, он бы блинканулся и был бы на этом, на пределе радиуса атаки Тавера. Это первое. Даже если бы он дал ульт, там, через, сколько, полторы или две секунды, ну похуй. Он бы все равно выжил. А маску я бы добил. О, сука, голова. Что ты стоишь? Он опять залагал, хуярим его. Так. Так, а что ты думаешь, я не прыгну под тавер? Согласен, я не прыгну под тавер. Но и ты не пойдешь за мной. А я могу прыгнуть. Танцы под фонарем. Короче, такой можешь со своим крысоловом. Лохи, сука. Так. Опять вечеринка. Кентавр. Тут я такой, короче, со своей братвой. Бах. Только добейте, я вас прошу, крыс... Ладно, я думаю, он сдохнет. Ебой. Так. Оп. Бля, я не знаю, уже или деремся до конца, или уходим. Но нет, мы уходим. Хотя могли всех поломать там. Мне плевать, братан, ведь я на звуке. Он мне подарит красок не сегодня, может завтра. Блядь, почему ты бьешь этот пак, сука? Блядь. Ну да-да-да, постой здесь, постой, посмотри с фулл хп. Не знаю, дико пассивные типы. Крио боится что-то делать, если у нее меньше 150% хп. Куда бы ни пришел, я буду после. А мое небо мне не дарит звезды. Если это мой кусок, то это не серьезно. Скажи мне, как принесся к музыке, скажи мне, кто. Ого, маска жесткая у нас. Я надеюсь, он сейчас зазевает, я напрыгну на него. Нет. Блять, я хотел красиво убить крысу. Мелкий ублюдок. Ой-ой-ой. Блядь, ты долбоёб. Так. Короче, мне не понравилось, насколько крит мне дала маска. Это очень больно, учитывая то, что я стоял в толпе крипов. Заебал этот пидорас, блядь. Погнали дальше. Какой микроконтроль, блядь? О чем ты говоришь вообще? Собой нас никто не заметит. Я подарю тебе шкаф, каждый скелетик. Мы море алкоголь.
Да, мне такая конченая мышка еще стала, не так тяжело кликать. Бодренько щелкнул. Есть дом, я задерживал дыхание, погружаясь в полный зон. Тони вместе. Все, как обещали нам любимые песни, погружаясь в бездну стихийных бедствий. Помахав рукой, мы забывали про весь мир. Ой. Ты что, будешь до упора идти? Там клык, блядь, я ебал туда идти надолго. Нет, там не клык. Короче, в любом случае, я ебал туда идти. Бля, это клычара меня видит, да? Блядь, я забыл вообще за его пассивку. Эти клыки, короче, это вообще такая бесполезная хуйня просто. Бегает там, что-то пытается, блядь. Дэмэджа ноль, блядь, только замедляет и бегает, все, больше нихуя не делает. Так, заебись. Как-то мы, помню, с Пантыквой пошли в рандом вдвоем. Я на демоне, а он на ком-то еще, я не помню. На каннибабе, по-моему. Против нас попалась... блядь, дайте нахуй. Маршальская фулка. Которая там писала свои шуточки, блядь. Весь тамбур. Ну, в итоге, короче, мы их начали ебать, у нас вылетел один, они поняли то, что могут проиграть, и собрались все по миду. Просто нас пронесли за минуту, блядь, это было очень смешно. Я, как всегда, все пропустил. Нахуй вы, блядь, навязываете файт? Блядь, ну что за пизда, нахуй? Пиздец, блядь. Что за пиздец? Маски у нас шансов ноль. Хотя хуйно, может быть, если бы я был в этом файте, мы бы что-то показали. Я не знаю, какой это крыс, обосрался ли он с вампом. Вот и в натуре они какие-то, блядь, дурачки, они кликают, что типа нужен постоянно сбор. У нас один дропнулся, вот все, собираемся и файтимся 5 в 5. Так, ну и что, блядь? Загасили крыса, да, у этого, блядь. Хотя одно и то же, крыс, клык. Меня, блядь, ебаная бегающая, блядь.
нормально. Пойдемте себе статы набивать, согласен, с весом там. Правда, скорее всего, на нас сейчас нападут и выебут нас здесь. Блять. Да сука, почему с нами никто не пошел, блядь? Все в пизду. Я заруинился. Я не знаю, смотрю, типы с нами бегут, блядь. Даже не перестал смотреть на карту. Я был курво уверен, что они будут идти до упора. Так. Он еще по-любому силовой, да? Вижу как. Бодро вносит урон этот ВДВ. Так. Так. Расскажи нам свои кошмары, шутки до смерти рассмеши от времени ржавыми шутками. Станем за главными героями в этой книге джунглей. Оставим тысячу закладок, хитрый взгляд пищу. Мне нужно чуть подфармить, по-моему, да? Масочка 21к и фарма, блядь, она мне скрита шотни. Ты ебанулся, друг, блядь. Ну прыгай, я тебя поддержу. Блять, ну что ты хочешь от меня, сука, блять, не могу. Я знаю этих масок ебаных, блять. Прыгаешь, меня убивают с карта, короче, он такой убегает. Ну, блять, сори, не получилось. Маска под мощой, нормал, погнали. Сыпемся в черные дыры горстями космической пыли. Это груда книг, мой личный CPA 4. Лавкрафт и Ирвин Вэлл. Со временем будет мне блеш. Лучше целое солнце, а ты попробуй съешь. Это, короче, просто мясо. Кусок фарша, блять, говяжьего. Ну и чё? Не? Понял, блять. Пацаны меня вообще не ценят и не гасят за своих. Ну, да, танцуйте теперь здесь. Так, маска. О, так, так, хорош. Походу здесь будет битва масок. Снова вечеринка, блядь.
смысле. У меня так ни разу не получалось апать рейд. Сейчас бы лайновая варда, сейчас бы, блядь, ходить в инвизии и думать то, что ты бессмертный. И то, что никто никогда не купит вижен. Сейчас бы так думать. Да, да, да. Я, кстати, так и не понял, почему маска прыгнула и сдохла просто соляного. Типа такой стоит, так, тут четверо. А ну-ка, попрыгаю я чуть-чуть. Бля, если честно, я сейчас просто хожу и ебланю. Ёбнулся, дядя. Иди нахуй. Ладно, поебать. Уяримся уже. Так. Так. Ну, оно того стоило, да. Разума, я ебал того рот. Бах. Минус ВДВ скринте. Пиздец, блять. Хуй не с кем ходить, ладно. Пойду со своими в любом случае. Наша маска круче играет, это чувствуется и это видно. Ну если, конечно, забыть тот момент, когда она одна в четверых прыгнула. Блядь, это сейчас на дракона, блядь, что вы тут лохи, сука, давайте пушить уже. Нахуй он нам нужен, блядь. Да, блядь, кентавра бейте, ёбаный в рот, блядь. Да нахуй. Так. Так. А, маска под обновой, я могу быть спокоен, наверное. Поглядеть на луну и увидел картинку. Я смотрю в свое сердце, странное дело, там кто-то шевелится в дырке. Пиздец, сука, понабрали своих драконов, блядь. Они голодны, хотят свежих эмоций, они хотят дух, они хотят есть. А у меня это есть. На часах 00:01 времени нет, они гонят на поиски за пропитанием. Радости, злости и боли, разной другой дым и так далее. Я чувствую их... Мыклуха, спасибо, что ты подсказал мне, как делать прокаст на предводе. Просто, ну, понимаешь, бывает... Вот
за эти полсекунды там, блядь, тот же кентавр может дать одну автоатаку, например, лишнюю по Криву, которая сдохнет. Это бы Криво на меня хуй забило и там делало бы идеальные прокасты, даже там, где они не нужны. Но я все-таки больше ценю жизнь тиммейта, блядь, чем правильность каких-то прокастов там по гайдам. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Ёбнулся, блядь, друг. Ладно, я понял. Ебаснемся. Кого бить-то, блядь? Ой-ой-ой. Пиздец. Скамаска, блядь, неуловимый Джо. Я не знаю, чем эта катка закончится, чем-то затупом конкретным. Маклуха, ты еще помнишь такого чела? Ну, конечно, помню. Это мой корефан. Я с ним частенько вижусь. У него просто сейчас даже компа нет, поэтому нет возможности играть в праймуху. А что, я могу юзать этот? Не? Блять, ну и поздно, короче, все, не туда тэпнулся. Так, они под драком, самое время напасть и ультануть крысолова. Не-не-не, хуйня назад, блять, дебил. Это все, это пизда, типа маски нет, никого нет. Еще птицы, ебать вы, сука, психи ебаные, блядь. Ой-ой-ой, блядь. Разорвалось. Бля, тут, если честно, зарешали, типа, вот эти всякие сеты ебаные, блядь. Мы столько раз их убивали, блядь. Они постоянно резались с этими дракончиками, блядь. Конченая, блядь. Да, я тоже не понял, что маска вроде играла нормально, но просто типа мелькали какие-то затупы серьезные.
Зачем он заультил крысолова, не понимаю. Причем так по-тупому в массовом файте, блядь. О, не под драконом, там их четверо, пойду. Ультану кого-то убью. Ну это типичная маска. Вот эти еще маски лауритовые, они... Там, когда у них появляется где-то 400 разума, 100 пробива, когда они могут начинать кого-то соло убивать, все, они забивают на команду, думают, то, что они не ебаться в рот киллеры. И бегают по карте, блять, хаотично. Забывая то, что цель этой игры снести халабуду противника, а не сделать 30 киллов. Так а шо, у меня, по-моему, все эти тал... Блядь, не, ну и нахуй этих капитанов. Опять будем полчаса, блядь, дрыгаться в тамбуре. Да снайпи он, запускай на лейтенантах снайпи. Я просто не хочу, сейчас не то время, чтобы я там полчаса ждал, пока эти, блядь, долбоебы решатся, отменять им или нет на своих полковниках. Зачем мне с новой ультой блинк? Начнем с того, что я не всегда играю с новой ультой. Это первое. Второе, это то, что... Ну, блин, это пиздатая штука, особенно для неповоротливых персонажей. Кента я не собрал силового. Нема грошей, блять. Сегодня я что-то там задрочился чуть-чуть, было у меня пару монет золотых. Я их перевел в кристаллы и поотвязывал талы и поставил на десанта. Он у меня теперь плюс 5. Не ловится. Похуй, ебать. Сейчас так думаю, не, наверное, надо было все-таки старую ульту ставить. Сейчас мы заходим в лейт, и все, моя ульта не дамажит, я никого не пробиваю, потому что у меня 90 пробива.
и в принципе толку от меня нет. Там хоть массовый станчик какой-то. Ой, сука. Ебанутый гром. Наверное, все, кто играет на громах, они все ебанутые. Поехавшая, блядь. Что-то мне сейчас не сильно нравится играть на лейтенантах, раньше было круче. Сейчас слишком дохуя каких-то типов, в прошлом маршалов, которые играют на персонажах своих. А раньше такой заходишь, так, у меня есть какой-то метовый герой, но я на нем не играл. Он сейчас лейтенант, вкину я 500 рублей, одену его в плюс 5 и все, и пойду издеваться над пацанами. Какую-то маску одел, блять, пошел давать пиздюлей. Синие пацаны горят, блядь. Пишет в чат всякие гадости о том, что ты рыжий лейтенант и все такое. А тебе похуй, тебе весело. Вот этот Sky, это, по-моему, в прошлом какой-то тип был в топе там хай-рейтов. На громе, по-моему. Или не он, ну, в общем, похож ник. Ну да, может и на тени. Это, наверное, есть сам Sky, да? Короче, я так подумал, нахуй мне этот вард нужен, блядь. Ебаный в рот. Ого. Короче, не знаю, у нас вообще useless пик. Фиолетовая гора, силовый гром, который учит хп на втором левеле. И разумный клык. И эта хуйня, короче, не знаю, убивает она или нет. Повезло с гром.
Бля, еще против этой хуйни стоять, сука. Пизда, пощель нахуй. Сука. Я не то выучил. Другая слив. Ебать, еще и силовая, блядь, пиздец. Блядь, а друг, отъебись, плиз. Они не остановятся, да? Байтин. Ну, в смысле, пробуем байтить. Скорее всего, я сейчас просто сдохну нахуй и все. Героически под тавером. Переоценил моих типов. Я такой думаю, сейчас короче. Блин, это пизда. Еще этот долбоеб сдохнет. Ёба, не, нормально. Сука, 10-я Мойра, что мне с ней делать, блядь. Вы заебёте, блядь, в натуре. Блядь, спасибо, Клык, что ты есть. Челик чисто за лупа издевается над горой. Я должен успеть, да.
заката найти среди всех слов ту правду, которая вернет не мою душу обратно, которая вернет ее и вам, мои братья. Я ничем не лучше, чем вы. Я и сам по колено в крови. Я и сам был в плену у травы. Я отдал все за город у Невы. Да, мы пали перед этим миром грязи. Парни палят, подавляя дымом разум. Так а шо, блять, давай дальше, ёбаный ты гром, сука. Свобода, я знаю одно. Свобода иллюзорна, она тянет на дно. Мы забыли, забыли, забыли о главном. Погоня, погоня, погоня за аналом. Гуччи, Прада, золотые цепи. Тени, помада, все имеет цену. Банчи, банчи, чёрту эти банчи. По ночам, когда никто не видит. Плачу, статус, это ничего не значит. Я пытаюсь видеть в этих людях правду. Сука, пощёль ты нахуй. Чисто пацаны доебались до горы, пиздец. Я хочу высоты Бога, высоты Бога. Запомни, деньги не заменят тебе Бога. Этой грязи не бывает много. Нет. Я хочу высоты Бога, высоты Бога. Я хочу высоты Бога. Ты видишь, я верю не глазам, а сердцу. Запомни. Ангелы не знают себе места среди нас. Я знаю тут ад. Да там типа другие талы важнее были, чем этот Регин ХП. Я уже не помню, что там было, я видел, что кто-то на ганг заходит, поэтому мне надо было что-то другое учить, я сейчас охуеваю что-то. Да ёбаный в рот, ебать высоко утомили меня, блядь. Дебилы нахуй. Больше никогда не говори так плохо. Я поставил цель заработать рэпом. Совершенно музыку испортит этим. Деньги не заменят тебе Бога. Этой грязи не бывает много. Блять, ну нахуй, блять. Нахуй ты такой гром просто, блять. Этой грязи не бывает много. Я хочу высоту Бога даст. Я хочу высоту Бога даст. Короче, пока пацаны фокусили гору, блядь, там моя братва пронесла все нахуй снизу. Так а шо, наш уёбок типа гасит всю карту, я смотрю. Лол. Кто бы мог подумать, да? Блять, что за... Oh.
Здесь так легко подорвать авторитет. Расставляю приоритет. У меня к вашей дряни давно иммунитет. Ого, нихуя как быстро время идет. Я вроде только включил стрим, уже 2 часа стримлю. Ебаный урок. Я знал, что Всевышний мне это простит. Я так разыграл, сука, свой аппетит. И за все, что свершилось, придется платить. У меня есть родной, и это мой дом, где каждая детка на миллион. Меня же устраивал этот дурдом, где живут без правил Панкратион. Я вырвался из его лап, был покойник. В рапе дети кадры, я дома поклонник. Нарытые раны, грязный подонок, ебаный питомник, восьмиуголь. И ты влюбляешься. Ну подскажите мне, что там с этими, с новой ультой для силового сына? Надо что-то менять мне. И ты влюбляешься в мою жесть. Влюбляешься в мою жесть. Я так смотрю, он меня нормально подточит, нихуя себе. Сука. Ну да, согласен, нормальная тема. Сейчас попробуем. Делай обруки, мир переверни, небо обруки. В каждом наброске, в каждом черновике. Учитель продолжается в своем ученике. Хотя хуй знает, типа, блять, на стене нужно, мне кажется, быть раскликанным, чтобы нормально гасить. Всю мою жизнь я иду ко дну. Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Ну, бля, да, я не знаю, что туда поставить. Но что-то надо. Сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы, лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь. А чё за, бля, пиздец, чё у меня вообще все убрано? И голосами их детей нас просто меняют местами. Мне кажется, в лите там нормальный регин ХП дает. Скопище, блять, скопище. Я хуй знаю. Нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. Надо плюс пятое найти скопище где-то. Во. Ну, по классике жанра я сейчас буду, как обычно, первую катку бегать как кусок говнища бесполезного. Да есть банка, но она не точная, кристаллов нет, чтобы заточить. Придется обходиться без нее. Поебать. Лучше, чем мы, когда меня не останет, я буду петь голосами. Сука, да ладно, сейчас попробуем. Это все-таки сержанты и все такое. И голосами идите, нас просто меняют местами. Каков закон сансары? Круговорот людей, ой, мама. Когда меня не останет.
Все, короче, поебать. Вот это оно, если бы еще все были синие, чтобы я прям так потренировался, было бы круто. Надо будет заняться, блядь, этой хуей. Что-то все хвалят эту банку, но это в натуре имба, в первую строку минус 200 хп. Это банка, я, блядь, почти красный син на сержанта играю против синей тени химеры. Вы заметили то, что уже третья катка, и третью катку я играю с челом из клана Корм. В прошлой катке был уёбок на громе, но с ником уёбок. Тоже из этого клана. Что за хуйня, это популярный клан на лауритах. Прости, мне придется убить тебя, и только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, и только так я буду знать точно. Esto de tu cara te delata y la furia que se anida en tu interior, un malestar inunda tus sentidos. Estar con él fue tu única ilusión. Все, походу, рафлянки такие будут на этом сине, блядь, уже чувствую. Окей, похуй на все, поехали. Да подожди, друг, куда ты агрессируешь? Ебать ты дебился. Хотя... Блядь, ну шо за ебаный брод нахуй? Ну? Эй, пошел ты в задницу, а? В натуре, нахуй я это поставил, говно, во вторую строку? Сбивайте пацана с толку. No.
блядь, я извиняюсь, а кто внизу стоит? Поехали. Нихуя демочка летела, блядь. Я думаю, была бы баночка, я бы шотнул ее. Так, ой-ой-ой, там туса нихуевая. Иду за фрагом. Блять, инвиз закончился. Минус бессмертия. Включайте свои записывающие устройства. MLG. Еее, бой. Короче, собираюсь тебя наебашить сейчас. Ого, ебать, так что... А что за дамаг такой, блядь, лютый? Блядь, ну тычечку. Что-то с мечом драться мне не понравилось, я пойду, наверное, на низ. Цените это дерьмо. Блять, сука. Не зашло чуть-чуть, ничего страшного, сейчас еще раз зайдем. Все потому что стана не было с инвиза. Вот сейчас 100% фраг просто. Цените. Да блять. Так. Не хочется вообще печеньку учить.
блядь, пизда тебе нахуй. Будешь сейчас глотать у меня шляпу, сука. Минус армор пошел, и все, и гатить начинаем. Бах, нахуй. Друган, все, блядь, приплыл, наверное, походу нет. Пошел ты в задницу. Лол, меча так и не убили? Убили. Повалили, отдышались и по новой пиздить. Так. 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 Тень попыталась уйти в бессмертие, но не получилось. Так. Это тоже какой-то плотненький, блядь. Я не знаю, у нас это... У нас уже траблы начались. У нас тупо нечем ебашить меча. Вообще нечем. Даже если мы все 36-е будем, мы его просто не сможем убить. Пара-пара-пам. А. Зато я смогу этого синего бомжа сейчас заебашить. Аккуратно так стою. Тычка. Не, что-то не зашло. Ты такой же, как и меч, бать, ублюдок. Ага, сука. Че он так сгорел от кошки? Кошка, ты, наверное, единственная, кто сможет пробить меча после тавера. Так, ну, в принципе, я сейчас приду к данному карателю, ебало. Где он, сука, я не понял. Гроб — это меч был? Так, подождем. Ну, вот моя любимая стоит. Пойду ее гасить сюда. Вот это красава, короче, разворачивается. Чисто не пусси. Остановитесь. Самый, подождите. Я ноль, блять, вообще. Полный ноль. Так, прыгаем. Чисто каратель по таймингу. Ебать, вы ублюдки просто. Задержи его, брат. Давай-давай, этого клопа загасим. Блять, синие должны страдать. Сейчас я тебя отимею, блять. Блять, ну а что ты меня не поддержал, сука? И сейчас начинаешь ебашиться, тут ты конченый. Чисто посмотреть, как я сдох, и, блять, ебашиться начинать. Да все, забудьте, пацаны, ебать там статус. Ну его нахуй, этого меча.
пиздец. Друган, сейчас я прибегу. Жди меня. Чисто на ход телепортируемся. Мне что-то далеко это пошло. Не, нормально. Оп. Нахуй мне ваш меч, сука, нужен. Пошел ты нахуй, блядь. Ему просто поебать на нас. Ну, типа с вероятностью 90% мы уже проебали эту катку. Потому что вот 5 человек бьет меча, у него хп не отнимается. Ну тут я такой, короче, со своим карателем, который снимает. Ты шо, сука, кобыла ебаная. Ты думал, это меч? Снимаем армор, замедляем и начинаем его гатить, сука. По 2 соточки критом. Пошел ты нахуй. Друг, сука, ты здесь просто сдохнешь. И тут я опять врываюсь. Вот меточка, замедление нахуй. Скопище. И валим. Начинаем кайтировать его. Но что-то идет не так. Пиздец. Когда у тебя там ульта откатится? Пизда. Ой, блядь. Так, сколько у тебя? Вроде дефов немного, но у нас нет столько статов и столько пробива, чтобы перебить. Чтобы быстро перебить. Ну, он дойдет где-то примерно до капитанов, если сильно подфартит. А там его уже будут ждать рыжие амазоночки, точнее красные, с фулл-5 идеальными билдами. Давай, погнал. Начинаю ультировать. Ох ты, ебаный рот. Два косаря хп. Какую правую руку? Я не знаю, с чем он, блядь, и как это называется, но это какой-то конченый тупуля. В принципе, он немного дамажит, но он дамажит. Блядь, у тебя бессмертие случилось, пиздец. Его даже ГЗ не пробивает. Пацаны, скрините, берите себе на заметки. Кто не знает, как сержантов подняться, показываю. И, точнее, не я показываю, меч показывает. Тупо мощь. Залуп.
За счет того, что жил долго, он и надамажил много. Я думаю, вам ни при чем, даже если бы он не вылетел, но все равно рано или поздно мы бы проебали ему. Ублюдок конкретный, конечно. А как сейчас обстоят дела с тенью? Может ли быть такое, что синяя тень окажется стабильной, я говорю, полезной команде? Или уже все прошло это время? Бля, хочу на громе сыграть, не знаю почему. Хуй с ним, попробуем. О, еще без тамбура, заебись вообще. Опять злой Вован, сука, опять камикадзе. Да-да, тот самый. Да шо, как я, блядь, Саша, ты ж по-любому слышишь, как я. Хуёво нахуй. А чё ты, блядь? А, я типа в лес иду? Ладно, хуй с ним, я в лес. Похуй. Может, так даже лучше.
Я сейчас подержу ультой. Блять, а мне, в принципе, я могу и полесничать на громе, но мне слишком всего много надо, чтобы нормально себя чухать. Монорегины, хуегины, блять. Понял, кинуть, мужик, ебать, нахуй. Заебал, блядь. Думаю, сейчас зайду за спину, брошу шарик, ебану молот. Нет, блядь, хочу, сука, все испортить, курва. Хотя, может, я тоже долбоёб, там просто молот кинуть, да и все, он бы дал пизды. Пойми, короче. Ты ебанулся, ты видел мою хп, выехать ебашить или что? Пока что все идет через очко, как обычно. Все стабильно, нормально, по плану, в общем. Здорово, Дефентл. Да сейчас вот буквально следующий сейчас доигрываю катку вот на сержанты. На капитана, блядь. И иду на 2500. Вот это деревцо бы. Ой-ой-ой, хорошо. Вах, хуяк, минус. Дамаживать что ли или что, не пойму. Это самое help me. Не надо, я солярку тут разливаю. Ой-ой-ой. Так, ну в принципе я оторвался от них, только как я теперь буду убегать? Аккуратно. Может, не заметит товар. Да
ну да, мне бы билды, в этом не вся проблема. Мне бы билды и новую мышку. Потому что мышка, блядь, троит часто. Короче, все хуёво нахуй. Сука, блядь. Кобыла нахуй. Ну, погнала. Кобыла. Блядь. Почему ты такая кобыла, сука, ёбаная, блядь. Так, на Сашку там солярка разбилась, нормально. Да, проебал перестак. Стоять нахуй, полиция. А в эфире была опять наша новая рубрика, не новая, а постоянная рубрика «Интуиция». Блять, мне надо как-то в нее. Ну, можно я так аккуратненько, беспалево. Бля, вот я бы, если честно, в Сашку топор метнул бы, нахуй. Сейчас так и сделаю. Я влетаю в стройку. Бах. Тычка, тычка. И все, бессмертие включилось. Сори, ничего с этим не можем поделать.
Так, идем крепить лукарей. Сходу влетаем. Ебать, это такой промах, блядь. Ну, наигрался так наигрался, спасибо. Спасибо, что пощадили нас. Бля, вот когда хочется прям поиграть на персонаже, мне захотелось за грома, так и вроде все нормально получается. Ладно, все, братва, доброй ночи, доброго утра, стримов, всем пока.